Усвоение материала происходит хорошо, когда у человека есть внутренний настрой. Постарайтесь меня слышать не ушами, постарайтесь меня сердцем слышать, потому что только когда человек свое сердце принимает что-то, он открытие именно того, что открытие, только тогда происходит изменение. То есть учеба – это, в первую очередь, это наши отношения к тому, то, что происходит вокруг вас. То есть это означает, что как относишься, получишь такой результат. Наверняка вы уже побывали в других моих тренингах, где я рассказываю, что успех стоит за отношения. Как и ты относишься, получишь именно такой результат. В любом деле, это не важно, это учеба, это о самом работе и так далее. Мудрецы говорят так, либо делай хорошо, либо просто ничего не делай. То есть получается, что твое отношение к работе определяет и влияет на конечный результат. Поэтому ваши внутренние сильные стремления, внутренние сильные душевные отношения много чего значит для учебы особенно. Вот, очень-очень рад вас всех видеть, рад вас всех поприветствовать в этом программе, потому что это один из лучших тренингов, который я когда-либо разработал, и я буду говорить очень практические вещи, буду говорить много примеров, буду говорить много кейсов, потому что только примерами, кейсами вы будете лучше усваивать этот материал, по-другому нет. Я не хочу, чтобы вы просто слышали просто такую теорию и все. Я убежден, что за годы своей работы понял, что теория не занимает место практика. Но практика не занимает место профессиональных знаний. Почему? Оказывается, это разные вещи. Например, в вузы зайдите, любой хороший преподаватель вам даст очень колоссальную теорию о развитии рынка, о ценной бумаге, о экономике и так далее, и так далее. Вот, о менеджменте и бизнес-процессах и так далее, и так далее. Но когда придете в бизнес, в практике, вы видите, что большинство те люди, которые теорию хорошо понимают, знают, а у них нет понимания практика. Когда в практике, например, ни один теоретик не понимает, что произойдет, когда бизнесмен попадает под влияние эмоциональной стресса, под влияние состояния рынка, конкурентная борьба. Это просто очень сложно, когда идет конкурентная борьба. Это на самом деле или под влияние, например, инфляция или долги и так далее. Но я сказал, что практика не занимает место даже профессиональных знаний. Вот, внимание, профессиональные знания, они другие. То есть откуда я понял этого? Я понял, что люди, которые в практике уже 10 лет, 15 лет в бизнесе или в инвестиции и так далее, большинство из них не добывается значительных результатов. Возможно, вы тоже знаете таких людей. Например, кто из вас знает таких людей, которые более 10 лет в бизнесе или 15 лет в бизнесе, но не сказать, что они стали миллионерами, не сказать, что они финансово свободные люди. Они 10-15 лет в бизнесе, как имели один магазин, небольшой магазин, так и в этом магазинчике до сих пор работает, или одну аптеку маленькую, так и с этим работает, или как доход у него был на каком-то уровне, одно кафе или одно, там, не знаю, магазин обувь или контейнер и так далее. Вот так и продолжается уже несколько лет. Возможно, вы знаете таких людей, возможно, вы сами в этом являетесь этим. А я считаю, что вложены 10-15 лет времени, почему она на этом уровне осталась, только по той причине, что не было профессиональных знаний. Профессиональные знания отличаются от, можно сказать, когда человек пытается самостоятельно, потихонечку что-то осознавать и так далее. Это очень много времени забирает. Темы, которые буду обсуждать в этом курсе, два дня мы очень тщательно будем работать. Я буду говорить о много вот таких вещей. Пожалуйста, мы будем формировать мышление инвестора разговаривать. Как найти и избавиться от карманной дыры, то есть почему очень много людей работают, денег не могут найти для инвестиций и так далее. Откуда брать стартовый капитал? Это те вопросы, которые часто обычно людей беспокоят. Будем говорить о том, с чего начинать инвестиции. То есть я буду рассказывать несколько кейсов, подходящих для вашего образа жизни. Потом вы самостоятельно должны разработать свою стратегию, инвестиционную стратегию и так далее. Распределение инвестиционных портфель. Я буду показывать сами оптимальные варианты и так далее. Какими инструментами, куда надо правильно инвестировать, на каких условиях и так далее. Я буду говорить результаты, реальные результаты, кейсы и так далее. Вам будет это помогать. Разработка своего инвестиционного плана –
то есть составление графика и так далее. То есть я буду рассказывать, вы из моих рассказов, соответственно, будете видеть и одевать на себя. То есть получается, что вам надо будет адаптировать эту информацию для себя. Хорошо? То есть это другими словами, я материал вам дам, а вам надо его на свой размер подгонять. Под слово «свой размер» я имею в виду ваш образ жизни. И дальше. Расчеты, цель, пассивный доход, инвестиционный портфель. Например, кому-то из вас нужно будет, чтобы через 5 лет иметь 5000 долларов пассивного дохода, кому-то надо будет 15000 долларов дохода. Исходя из ваших намерений, вашей цели, вашего образа жизни, у кого-то двое детей, у кого-то семеро детей и так далее. Видите, у кого-то мечта путешествовать, у кого-то мечта там провести завод, у кого-то что-то и так далее. Исходя из этого, соответственно, вы составляете свой график и свой, скажем, пассивный доход будете планировать по тех вещах, которые я буду рассказывать примером. Как выйти на ежемесячный пассивный доход, хотя бы как минимум более 11 тысяч, и какая сумма надо вам инвестировать и так далее. Вот. Вот эти темы, которые я буду обучать. Одна из самых важных проблем, которые я вижу постоянно, вы должны поработать с этим, это мифы. Надо устранять эти мифы. Эти мифы вам сильно мешают, как блоки в сознании, как, скажем, ментальный блок, как мышление, они сильно будут тормозить вас. У человека есть два энергии: движущая энергия, сдерживающая энергия. Движущая энергия продвигает нас вперед, наши мечты, наши цели, наши амбиции, вдохновение и так далее. Или когда мы видим примеры, кумиры, или там, когда у нас есть причина, мы хотим служить свою семью, когда мы хотим заботиться о родителях и так далее. Это все причины, которые нас вдохновляют. Но точно так же сдерживающая энергия, сдерживающая сила – это страх, который развивает сомнения, вот такие плохое убеждение. То есть убеждение, которое держит вас назад и так далее. Вот одно из массовых убеждений, которые формировались, и мнений, которые формировались, вот эти мифы, которые здесь есть. Финансы якобы – это сложная вещь. Вы, наверное, слышали об этом и много раз слышали. Финансы якобы сложные вещи. У большинства людей желания нету разобраться со своим собственным финансом. По какой причине, я не понимаю. Они просто не хотят разобраться со своими финансами. Поэтому они говорят, наверное, это не мое, наверное, это не пойму, никогда не пойму. Но ваш мозг работает по такому принципу, что если вы его настраиваете на том, что это для меня сложно, тогда ваш мозг будет искать разные случаи, как это было вам сложно. Я хочу сказать, что вы хозяин своего мозга. Вы куда направляете свой фокус, куда вы направляете свое внимание, ваш мозг именно этого начинает найти, убеждать вас. Например, сегодня вы посмотрите на свою жену и скажите, как я мог жениться на ней? Или на своего мужа? Как я могла выйти на него замуж? И я даю вам гарантию, что ваш мозг найдет тысячи минусов вашей супруги. Но если вы себе убеждаете, то есть настраиваете себя, говорите, как мне повезло с этим человеком, как мне повезло, что я нашел такого человека. Ваш мозг начинает видеть много достоинств этого человека и начинает вдохновлять вас к этому, и начинает поддерживать вас. Уловили, что я имею в виду? Ваш мозг начинает говорить вам, как ты молодец, как хорошо, что так получилось и так далее. Одним словом, что вы ищете, то и найдете. Поэтому, если вы относитесь к финансам, что они сложны, они будут для вас постоянно сложными. Кто меня понял, ставьте 15. То есть с этого минута любое дело, абсолютно любую вещь, надо к этому подойти по-другому. Хорошо? Кто из вас умеет говорить на японском? Кто из вас умеет говорить на японском? Кто побывал на моих тренинге, уже начинает меня понимать, правильно? А кто еще не был на моих тренинге, этот подход еще не знает. Вы смотрите, у вас есть два выбора. Вы скажете, что нет, я не разговариваю на японском, я не умею говорить на японском. Это неправда, что вы не умеете. Вы умеете, просто пока не научились. Но когда вы говорите, что я не умею, ваш мозг автоматом зацикливается, автоматом против вас работает. Но когда вы говорите, что я умею, просто пока этому не научился. Вы знаете, внутри у вас уверенность абсолютно другую. Вы это заметили? Вы это заметили, ребята, что автоматически у вас внутри что-то меняется, что-то происходит, что ну что, я этого научу? Я этого научу. Вы знаете, это ваши отношения, это ваши убеждения, это то, что для вас делает сильнее. Поэтому никогда, никогда, никогда не говорите, что я это не умею. Ну что, пока не умеете. Но этому можно научиться. Правую руку поднимите и повторите за мной. Человек,
Если кто-то сможет что-то сделать, пожалуйста, руку поднимите, повторите за мной. Наверное, ваши домашние будут в шоке, то, что вы делаете со мной. Ну ладно, пусть что угодно говорят, пусть делают, зато пусть вы станете богатыми. Хорошо? Руку поднимем, повторим за мной. Человек, если кто-то смог сделать что-то, ты тоже сможешь. А если у кого-то что-то не получается, это не означает, что у тебя тоже не получится. Человек, если кто-то смог что-то сделать, ты тоже сможешь. А если у кого-то что-то не получилось, это не означает, что ты тоже не сможешь. Или у тебя не получается. Этим что я хочу сказать? Вы никогда не должны брать пример у тех людей, у которых не получается. Они не пример для вас. Вы должны понять, что если кто-то смог что-то сделать, вы тоже сможете. Не надо говорить, что он другой, я другой. Не надо говорить, что у него положение было другое, у меня нет. Нет. Все зависит от того, как вы выбираете этого, как вы делаете. Поэтому финансы – это вдохновляющие вещи. Финансы – это самые легкие вещи. Финансы – это удобные вещи и нужные вещи, и я сделаю так, что они были моими рабами. Можете вот так себе утвердить. И каждый раз утвержденным. И знаете, можно говорить фразу, но утвержденным согласие своей сознания. Вы утверждаете себе, что вы выше стоите, чем эти финансы. Тогда человеческие ценности будут для вас на первом месте. Тогда финансы со временем станут вашей слугой. Деньги – идеальный работник, но очень плохой господин. Вы заставьте их на себя работать. Тогда они будут послушно себя вести. Но если вы будете работать на них, всю ваше здоровье заберут. Это сознательная работа. Вы думаете, что богатство – это техника? Нет. Богатство – это прежде всего психология. Прежде всего это мышление. Потому что вам придется работать, создавая отношения с людьми, с неудачами, с продуктами, с рынками, с представителями государствами, с поставщиками и так далее, и так далее. Успех 99% состоит от психологии. Запомните это навсегда. Потом 1% – это техника. Вы читаете книги об успехе. Разве везде не говорят о мышлении? Разве везде не говорят о том, как думать? Разве везде не говорят, как принимать решения и так далее? Согласны? Это самое главное. Везде об этом говорят. На первую очередь. Вы подойдете к кому-то говорить, что научи меня стать богатым. А мы ждем, что сейчас он нам какие-то фишки расскажет. Но успешные люди знают, что фишки приходят у тебя по пути твои фишки. Например, возможно, вы когда начнете практиковать, возможно, вы будете какие-то другие инструменты использовать, потому что вы растете, ваше сознание растет, вы будете видеть какие-то другие скорости, другие фишки, другие инструменты, возможно. Но главное – понимание этого. Когда понимание происходит, ты это сделаешь запросто. Вот так. Поэтому успешные люди это знают. Поэтому успех, прежде всего, это психология. Запомните это навсегда. Бизнес в итоге банкротства. Это убеждение, которое наши родители говорили нам, что якобы бизнес – это плохо, это банкротство. Это неправда. Инвестиции – это высокий риск. Кто вам сказал, что инвестиция – риск? Скажите честно, кто из вас до сегодняшнего дня тоже так думал? Давайте по-честному. Иногда нас общество убеждает, но инвестиция – это риск. Честно, пишите, инвестиция – это риск. Все говорят почти. Согласны? И весь наша среда так думает. И все так говорят. Инвестиция – это риск. Инвестиция – это риск. Везде говорят. А теперь у вас подсознание имеет функцию защиты. Понимаете? Человек есть такая функция защиты, которую он автоматически пытается защитить нас. Так? Вот. Такие разговоры, да? Кто не рискует, кто не живет богато, или кто не пьет шампанское. Есть такой разговор и так далее. Я не обучаю вас рисковать. Я обучаю вас управлять рисками. Понимаете? Вот, вот вы должны научиться избавиться из того тормоза, который сдерживающая сила создает в вашем сознании.